Внутренние противоречия, сомнения и страхи, тормозящие духовное развитие, отсутствие порядка и рассудительности в делах, присущие этому человеку. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Активизирует воображение. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Они идут к своим целям постепенно, но уверенно. Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла, легкомысленное отношение к финансовым вопросам – такой человек живет исключительно ради денег, и вместе с тем он иногда расточительный и безответственный. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.